Итак, я исправлю свою ошибку и прочитаю. Прифронтовой романс. Я внезапно увидела вас. Вы с бойцами на фронт отправлялись. Не забыть чуть прищуренных глаз, как печально они улыбались. И спокойствие ваше само, будто тишь была в целой вселенной. И не видела я никого, кроме вас. И забыла мгновенно о метели, о ветхом платке, что стою перед вами в опорках с котелками в замерзшей руке, не скрывая любви и восторга. Как же долог мгновение свет! Не забыть мне того полустанка, все ищу вас в толпе, но в ответ каждый раз вы ошиблись, гражданка. Браво, браво, браво. Спасибо, Нина. Здравствуйте, меня зовут Варвара Зевахина. Я представляю здесь галерею-студию «Артфоника», которая находится по адресу Студионный дом 5, молодую организацию, которой вот исполнился годик недавно. И я представляю новую в России профессию, профессию чайного мастера. Вот в «Артфонике» я исполняю эти обязанности. Сегодня я, ну, чайный мастер – это такой путь, который имеет отношение прямое к сегодняшнему фестивалю, поэтому я вот осмелилась здесь появиться на сцене. Сегодня покажу только часть своей работы. А другую часть завтра желающие могут увидеть в «Артфонике». Начиная с 4 часов в рамках фестиваля я буду проводить в «Артфонике» подобие чайной церемонии. Ну, почему подобие? Потому что чайная церемония обычная предполагает ограничение какое-то места и звука, и времени. А вы можете просто заходить, присаживаться к чайному столику, пробовать чай и продолжать свой путь по площадкам фестиваля. Я еще прошу, вот у меня тут несколько номеров, я просто хочу рассказать о пути чая не своими словами, а словами Арсения Тарковского, Булата Худжава, Ильи Сокурнина и китайских поэтов династии Тан, ну и языком еще моих лей. И это будет как бы несколько маленьких номеров, я прошу, вот, если я сорву аплодисменты, то чтобы они были в конце, а не между этими номерами. Прошу. Это внезапно возникает еще неясный голос труп. Слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Когда разлук, когда смятений, когда свинцо и дожди убили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, когда командовал людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Майонез пробит, такого помята, а вот как старый посох стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флейтист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик, надежды маленький оркестрик, надежды маленький оркестрик под управлением любви.
Мне теперь на свете пусто и светло. И моя отрада в том, что от людей ничего не надо, нищете моей. Мимо всей вселенной я пойду смиренный, тихий и босой, за благословенным утренним звездой. Холодной воды, смотрю, как готовится чайный лист. Возникает чувство без причины. Поднимаю чашу, протягиваю с любовью чайному человеку. Чай, ароматные листья и нежные почки. Гостю честь, монаху любовь, ступка, вырезанная из белого нефрита, закутана в нити красной пряжи. Чайник отсвечивает желтоватой накипью, на чашках узоры, подобно цветочной пыльце. Поздней ночью приглашаю всех смотреть на ясную луну. Ранним утром жизнь моя обращена к отблескам зари в облаках. Завершая омовение, и древние, и простые люди избавляются от усталости. И полководцы, и ученые после винного похмелья хоть и терпят муки, но все же важно чем. Наклоняется Нива, ибо над студеным ручьем, и ручей торопливо говорит ни о чем. Осторожный звонкий, будто веретено, то всплывает в воронке, то уходит на дно. Thank you.
Когда тебе придется туго, найдешь и 100 рублей, и друга. Себя найти куда труднее, чем друга или 100 рублей. Ты вывернешься наизнанку, себя обшаришь позаранку, смешаешь, сольешь в едино явь и сны, увидишь мир со стороны, и все, и всех найдешь в порядке. А ты, как ряженый на святке, играешь в прятки сам с собой, своим искусством и судьбой. В чужой одежде ходит гамлет, и кое-что о чем-то мямлет. Он хочет Моисе играть, а не врагов отца карать. Из миллиона вероятий тебе одно придется кстати, но не дается, как назло, твое заветное число. Загородил полнеба гений, не по тебе его ступени, но даже под его пятой ты должен стать самим собой. Найдешь и у пророка слово, но слово лучше у немого, и ярче краска у слепца, когда отыскан угол зрения, и ты при вспышке озарения собой угадан до конца. Помните ваши птицы, среди дворов барбанских узнаю, чтобы были ваши птицы, словно листья, словно листья в небу. Помните ваши птицы, словно листья, словно листья в небу. Помните ваши птицы, кто по традиции забытой городской. Нарисуйте прежде и с любовью, как сегодня проходим по Тверской. Нарисуйте прежде и с любовью, как сегодня проходим по Тверской. Мостовая пусть качнется, как очнется, пусть начнется, что еще не началось. Вырисуйте, нарисуйте, вам начтется, что гадать там удалось, не удалось. Вырисуйте, вырисуйте, вам начтется, что гадать там удалось, не удалось. Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, нашу зиму, наше лето и весну. Ничего, что мы чужие, нарисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, нарисуйте, и потом, что непонятно, объясню. Живописцы, помните ваши кисти, живописцы, помните ваши осенних размышлений, на пригреве под сосной погрузился сталкер. До конца дня можно забыть о чувствах, не хочется ничего узнавать больше, когда встретился с человеком, который живет на пути. Женщина. Ага, извините, как звать? Как?
звать, скажите. Умница, вот сидела рядышком, от вас такая энергия идет, очень положительная. Ну, я как бы сейчас после вас выступаю, я вас так-то не звала, но раз вы пришли, спасибо вам, потому что мне сейчас после вас будет очень легко выступать. Вы даете какую-то энергию очень хорошую сквозь себя, это все чувствуется. Добрая, такая светлая, это очень ценно, спасибо, что вы так вот, это очень ценно. Значит, и прозвучали всеми любимые песни Акуджавы, да? Ну, то есть это вечная, живая такая поэзия. Поэтому, будучи здесь в гостях и являясь одним из организаторов каравана фестиваля уличных театров, и вместе вот с коллегами здесь сегодня идут вот эти дни этого фестиваля. Потом он идет в Оренбург, Одесса, Сочи, Киев, Минск. Сейчас мы будем работать с Европой, вести переговоры с Китаем. Поэтому Нижний Новгород для вас это очень большое событие, что здесь и сейчас проходит фестиваль уличных театров. Помимо вот этих всех фестивалей, мы также занимаемся детскими домами, ездим по России, мы сами выпускники детских домов разных лет, и себя посвятили более 15 лет таких, как мы. И как бы среди всего этого мы тоже пишем стихи и прозу. И очень приятно в кладовке, в которой мы уже второй раз, и, кстати, кладовке огромное спасибо, вот этой красивой женщине с розами отдельное спасибо, что она собрала все. Это очень ценно, вот такие островки. Если вы со мной согласны, поаплодируйте, потому что это очень красиво, эстетично, это очень востребовано, в конце концов, это стильно, модно, но здесь мода как современность рассматривается. Итак, значит, сейчас я прочитаю совсем немножко, чтобы вас не утомлять, но считаю своим долгом посвятить поэтам. Поэтам. Сейчас я прочитаю, значит, они будут идти одна за другой, и не просто так. А последнее стихотворение вам будет дано задание. Вы должны определить, кому посвящено из поэтов стихотворение, которое будет последним. Хорошо? Как бы слушайте, это как бы на образах. Первое посвящается, значит, вообще душам поэтов, потому что быть поэтом – это особая миссия, это особый крест такой. Так, все отлично, читай. Меня хорошо слышно? Хорошо. Все, я вас тоже слышу. Время года взята осень, ассоциации осени, поэт Пушкин, Блок и так далее. Наверное, случайность, наверное, пустяк. Все листья листопада ложатся в мой гамак, говорит поэт. Все листья листопада и осень, вокруг осень. На мне осенних одеяний мир, я осень, я тоже осень, скопление печальных лир. И стих осенним песнопением вторит и вторит им. Наверное, случайность, наверное, пустяк, все листья листопада ложатся в мой гамак. Наверное, случайность, наверное, пустяк, все листья листопада ложатся в мой гамак. Теперь проза стих Блоку, вернее, любви его к Менделеевой. Это авангард такой немножко, и он здесь в этом формате очень впишется. Жили-были поэт и его жена, жена поэта. Они жили вместе и не вместе, скорее всего, они никогда не жили вместе, и он каждое утро подходил к окну, раскрывал его и начинал плакать. Внизу идущие прохожие поднимали глаза, открывали рты, и для них оставалось вечной загадкой. А кто же так плакал? А плакал он, поэт, в ожидании своей жены, жены поэта. Поле смерти, испарение крови, черепа, скелеты и одежды чьи, времени какому подлежит сие. Нет, я еще жив. Я еще способен ломать локти иероглифами в знак любви и бросать их в горы, где эхо молвы донесется мой смех до той, которая сейчас войдет в эту кладовку. И вот вошла она, так просто и так естественно, и тысячи мозаик перед его глазами совершили нелепую мимику молчания. Он встретил ее молча. Она прошла. Он предложил ей чаю. Она отказалась. Тогда он предложил ей поговорить о современной литературе, почитать Ахматову. Но она собралась уходить. Останьтесь, прошу вас. Но она ушла. Так просто и так естественно. И тысячи мозаик исчезли.
И он стоял один посреди свисающей арки. И книжные полки, скользя по его телу, ложились вниз у его ног. Боли смерти, испарение крови, черепа, скелеты и одежды чьи, времени какому подлежит сие. Он набросил на шею красный длинный шарф, подошел к камину. Господин попугай, повторяйте за мной, умереть это слишком просто. Сейчас будет стих, и вы должны отгадать, кому из поэтов оно посвящено. Внимание. Когда стану красивой, невероятно красивой, когда назовут меня очень красивой, приду в твои владения, в руках сады, в садах цветы, в цветах плоды моих трудов, в глазах, где моряки, извиняюсь, где тайники моих стихов, на платье вышито имя из бубенцов, приду, смеясь, вращая рукавами мельниц. Да, я такой приду, красивой, неспокойной, твои владения будить. Предупреди гостей своих, чтоб не пугались люстромажорного звучания, хрустально-бокального биения, стенно-вуального дрожания. Сообщи им, что это я иду, тобою нелюбимая когда-то. И пусть исчезнут профили карикатурно, и, подчиняясь музыке шарманки, долой! Я пред тобой предстану, и пусть прорвется из меня рекою, реками, ручьями все то, что о тебе сложилось озвучально когда-то. Ковш неба с колоколами опрокину на тебя, вздымай! А я, взмахнувши широтой подола, взлечу и прочь, к дальним берегам, к чуждым странам, красу свою казать. Когда стану красивой, невероятно красивой, когда назовут меня очень красивой, признаюсь им, колоколам, что с древностью сливая стремятся ввысь, им, хранителям небес, им, звенящим во вселенной, им. Не огорчайся, что у тебя в руках, блеснув, жар птицей, исчезну навсегда. Кому посвящены эти стихи? Поэту. А? Чуть-чуть. Да, она поэт, женщина-поэт. Да, еще рядом, в Серебряный век. Цветаева, аплодисменты, мужчина, иди сюда. Конечно же. Конечно, Цветаева. Все. Как вас зовут? Александру аплодисменты. Спасибо вам большое. Спасибо. Следующее слово. Так, розы, прекрасные розы. И вы все согласитесь, мы их подарим вот этой милой женщине. А сейчас, друзья, я хочу предоставить слово члену Российского союза профессиональных литераторов Сергею Житкову. Раз говорили о розах, что розы нам несут? Восторг благоухания, зовущий всплеск во всем пленительной мечты, концерта, яркий свет, столь редкого сияния, с ним праздник наш проходит в звуках красоты. Под сводами дворца встречаю откровение, всемерно восхищен обилием цветов. В той прелести чудес меня ласкает пение, наполнили картину краски голосов. Сценический порыв чарует откровением, стремление сердец мне нравится задор. Солистки, море чувств сияет вдохновением, приветствую в певице творческий простор. Величие страны, мотив родного края, любви желанной стать, признанием манит. С достоинством Кармен, свободу обретая, Далилой, синевой, радушием царит. Возьму свою гитару, песни подыграю, в свершениях дивный голос розами цветет. Величие исполнения счастьем постигаю, душевность милой нимфы счастье раздает.
Я славлю этот зал, торжественность приема, творений добрых след, цветущие леса, волнующий момент невольного поклона. Нас розы неспроста уносят в небеса. Спасибо. Это Сергей Житков, мой коллега. Его книги представлены в нашей лавке литератора. Пока он здесь, можно пользоваться, можно приобретать книги, он оставит свой автограф. И вообще можно всем интересоваться вот там, прямо на входе, приобретать наши нетленные произведения. Мы будем оставлять свои великие автографы. Спасибо. Коллеги из Сарова, вы готовы? А то мы еще читать будем. Наверное, надо еще почитать. Коллеги, кто-нибудь может почитать? Мне кажется, Игорь хочет почитать. Саров готов? Ага. Пока готовятся наши коллеги, мы заполним эту техническую паузу нашим талантом. Игорь Зайцев, лауреат первого, кстати, конкурса драматургии. Лауреат, первое место занял когда-то, да, небезызвестная Наталья Зайкова, звезда театра Линком, когда-то выбрала его пьесу для себя. Спасибо, я вот пока коллеги собираются, я, да, да, мне тут виднее, да, хорошо. Я вот еще одно стихотворение прочитаю, может быть, оно вам будет интересным. Я был, возможно, любопытный ангел, отпавший, может быть, с десницей, душе моей не ведавшей покоя. Хотелось, видно, просто порезвиться. Я узнал в себе до отвержений, я узведал муку непокоя, в себе самом святого унижения и наслаждения гибельным настоем. Я просто жил, руководимый чувством. Ничто мне человечье не чуждо, и грех рождали искренние нужды, и зло учило постигать искусство. Я жил, как жил, идя тропой звериной, прислушиваясь к выстрелам и хрусту, заслушиваясь песней соловьиной, впадая в меланхолию и буйство. Я говорил, и ветер слышал слово. Я жаждал пить, и был родник мне явлен, вновь падая и поднимаясь, снова нигде я не был Господом оставлен. Отец спасал и посылал подмогу. Отец молчал, но подавал мне знаки. Я бунтовал и проклинал дорогу. Он улыбался и взывал к атаке. Я вставал и снова прорывался на новый круг недантовского ада. И не горело, что сжигать пытался. И не рождалось то, что строить надо. Я пыхтел, отец взывал к терпенью. Изнемогал, отец мне слал усладу. Он говорил, не оставляй варенье самим собой. Мне этого и надо. Когда придешь, мой блудный сын, обратно, я для тебя устрою стол и праздник. Ты только верь, что дело не напрасно. Ты только знай, что быть со мной счастье. Спасибо. Давайте тогда еще одну прочитаю. Это, конечно, может быть лишним, но... Провинциальная тоска из многозвучий, из горечи от табака, косноязычье языка, желание полнее жить и веры в случай, стремление когда-нибудь расправить парус, свой быт, как сон, перелистнуть. Мечта осталась, чтоб отыскать лишь свой сюжет в житейской пьесе и осторожно зачеркнуть, с умом все взвесив. И что-то снова там черкать, не огорчаясь, что мало дней в календаре уже осталось, и ради горестных страниц забыть про радость тех, кто посмел тебя любить, тебе нуждает, и невозможность упрекать, но не теряет. Меня вернёт мой дом, и мой дом опять растут ожидания. Спасибо.
Михаил приходит на помощь, это приятно. Дорогие друзья, выступление театра состоится буквально через несколько минут. Пока вы можете приобрести книги с автографами авторов, в том числе с руководителем театра «Живой литератор» Елены Минской. А я прочитаю стихи. И стихотворение называется «Разговор с современником». Мне хочется поговорить сегодня с вами. Не только с вами, но и хочется поговорить с нашим современником Александром Сергеевичем Пушкиным. Каким образом он нам современник? Самая лучшая статья, которая написана о Пушкине, это статья Николая Васильевича Гоголя. И там есть замечательные строки. Я цитирую. «Пушкин – это русский человек в его развитии, в каком он явится через 200 лет». То есть, если так вуз не заканчивать, а учиться в первом классе 2 года, то можно сосчитать, что Пушкин – наш с вами современник. И мне захотелось поговорить с Александром Сергеевичем Пушкиным. Тем более, что я вспомнил, что с ним разговаривал Маяковский. Помните, да, Маяковский с Пушкиным разговаривал? Он и с Солнцем разговаривал. Кстати, Маяковскому в ближайшие дни исполняется 120 лет. Ну, я подумал, ну, если Маяковский разговаривал с Пушкиным, о чем мне-то? Я что, хуже, что ли? И вот я написал такие стихи. «Разговор с современником». Александр Сергеевич, вы мой современник. Не говорил я с вами глаза в глаза, но тем не менее Гоголь пророчески предсказал. Александр Сергеевич, на вас досье имеется. Первоклашки твердят без запинки. Памятник – это наша современница. К вам тарит самозабвенно тропинки. Мы в Михайловское едем, и Болдина. Не иссякнет, весь скажет любой, ведь вовеки любима Родина, словно к Родине, к вам любовь. Александр Сергеевич, мой современник, живем ради денег, а не за страх. Нету современника нынче денег, живем точно Пушкин, все мы в долгах. Александр Сергеевич, мы терпение взяли на щит, но о чем загрустили, о чем вы? Жмет и от того в плечах трещит тулупчик заячий Пугачева. От кризиса клонится даже башня в Пизе, телек вещает, словно бог Озирис, но страшнее всех финансовых кризисов духовный кризис. Не потому ли требует исповеди священная наша душа? Из-под компьютера стихи льются искренние, а не пера гусиного или карандаша? Александр Сергеевич, вы нам подмога, мы с телегой жизни шагаем в булочную. Александр Сергеевич, это уже не Гоголь, вы человек будущее. И пускай впереди будут наши победы. А третьим Римом правит криминал. У каждого времени свои поэты. Ну а есть поэты на все времена. Александр Сергеевич, пусть кому-то и не понравится. Александр Сергеевич, вы свой в доску. Александр Сергеевич, разрешите ставится Садовский. Спасибо. А сейчас то, что мы долго с вами ждали.
первый раз сегодня работаем с аппаратурой, поэтому я даже не знаю, как это получится. Нет, не играет. Трудно определить жанр, как это определили так, сборник стихов по современному микстейп. Спектакль называется моноспектакль. Владимир Владимирович он называется. Микстейп по стихам Владимира Маяковского. А черным ладоням сбежавших все окон раздали горящими желтые карты. Бульваром и площади было не странно увидеть на зданиях синие доги. И раньше цветущим, как желтые раны, огни обручали браслетами ноги. Толпа бесстрашовская, быстрая кошка плыла, извиваясь дверями в Ликома. Каждый хотел протащить хоть немножко громаду из смеха отлитого кома. Я чувствую платье зовущего раны, в глаза им улыбку протиснул, пугая. Ударами в шесть хохотали арабы над лбом, расцветивши крыло попугая. Thank you.
лица. Лица у догов годов резче. Через железных коней с окон бегущих домов прыгнули первые кубы. Лебеди шеи колокольных, гнитесь в силках проводов. В небе жирафий рисунок готов выпестрить ржавые чубы. Пестр, как форель, сын безузорной пашни. Фокусник рельсы тяснет из пасти трамвая, скрыт циферблатами башни. Мы завоеваны. Ванны, души, лифт. Лифт души расстегнули. Тело жгут руки, кричи, не кричи, я не хотела. Резок жгут муки. Ветер колючий, трубе вырывает дымчатый шерсти клок. Лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок. Пугливо куталась болото, ширились зловещие лягушечьи мотивы. В рельсах колебался рыжеватый кто-то, и упорно в буклях проходили локомотивы. В облачный пар и сквозь солнечный угар врезалось бешенство ветреной мазурки. И вот я оплеванный июльский тротуар, а женщина поцелуи бросает окурки. Бросьте в города, глупые люди, идите, голые, лить на солнце пёки, пьяные вина в меха груди, дождь поцелуя в угли щеки. Нервно. Скрипка издергалась, упрашивая, и вдруг разревелась так по-детски, что барабан не выдержал «хорошо, хорошо, хорошо», а сам не дослушал скрипкиной речи, шмыгнул на горящей Кузнецкой и ушел. Оркестр чужо смотрел, как выплакивалась скрипка, без слов, без такта. И только где-то глупая тарелка вылязгивала. Что это? Как это? А когда геликон меднорожий, потный, крикнул: «Дура, плакса, вытри!» Я встал, шатаясь, полез через ноты, под ужасом сгибающейся пюпитры зачем-то крикнул: «Боже!» Бросился на деревянную шею. Знаете что, скрипка? Я вот тоже ору, а доказать ничего не умею. Музыканты смеются, влип как. Пришел к деревянной невесте голова, а мне наплевать. Я хороший. Знаете что, скрипка? Давайте будем жить вместе, а? Thank you.
били копыта, стучали будто гриб, гроб, грабь, груб. Били копыта, пели будто гриб, гроб, грабь, груб. Ветром обида, льдом обута, улица скользила, лошадь на круг грохнулась, и сразу за зевакой зевака штаны пришедшие, пусть нет с ним клешить, сгрудились, смех зазвенел и засвякал, лошадь упала, упала лошадь, смеялся Кузнецкий, лишь один я, голос свой не вмешивал в пойму, подошел и вижу, глаза лошадиные, улица прокинулась, течет по-своему, подошел и вижу, за каплищей каплищей по морде катится и прячется в шерсти, и какая-то общая звериная тоска плеча вылилась из меня и рассыпалась в шерсти. Лошадь не надо, лошадь, слушайте, что же вы думаете, что мы их лошадь, деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь, может быть, старой и не нуждалась в няньке, может быть, и мысли моя, казалось, пошла, только лошадь вскочила, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала, рыжий ребенок пришла веселая, стала в стойло, и все ей казалось, что она же ребенок, и стоило жить, и работать стоило. Чтоб они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной и, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтоб обязательно была звезда, клянется, что не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то: ведь теперь ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышей зажигалась хоть одна звезда. Бедный, бедный Пушкин, великосветской тиной дамам холеные ушки читал стихи для гостиной. Жаль губы дам, да вон, да в губы ему бы, да микрофон. Мусоргский бедный, бедный, рабки, звуки роялишек, обеденный зал до концертный обойдут и не метра дальше. Бедный, бедный Герцен, слабы слова красивые, по радио колокол сердца распевать бы ему по России. Человечки отсталости жертвы, радуйтесь мысли громаде, вас из забытых и мертвых воскрешает нынче радио во все, всех светлые лона, и песня, и лозунг текут. Мы близки ушам миллионов,
бразильцу, эскимосу, испанцу и вычеку. Долой слонов жилье, наш день прекрасней, чем небыль. Я счастлив, что мы живем в дни распеваний по небу. Вижу выжженно юная жизнь. Остров зноя, пальмы овадился. Эй, дорогу, выдумку мнут. И опять до другого оазиса вью следы песками минут. Уйти в не кусается ль, иные изогнуты в низкую лезть. Мама, а мама, несет вам яйца? Не знаю, душечка должен бы несть. Ржут этажи, улицы пялятся, обдают водой холода. Здесь истыканы дымы пальца, переваливаю года. Что ж, бери меня хваткой мерзкой, бритвы ветра, перья обрей. Пусть исчезну чужой и заморской под неистовство всех декабрей. Смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студням косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб. Мы не вопль гениальничнее, все дозволено. Мы не призыв к ножевой расправе. Мы просто не ждем фитвебельского вольно, чтоб спину искусств размять, расправить. Горжуют скелеты вчерашнего мира на спинах наших в могилах малоем. Так что ж удивляться, что непримиримо мы мир обложили сплошным долоем. Характер различен, за целость Венеры вы готовы щадить веков комарилью. Вселенский пожар разморочил нервы. Орете пожарных, горит Мурильо. А вы не росины с каким-то Корнелем. Отца предложили на старье меняться. Мы его обольем керосином и в улицы пустим для иллюминаций. Бабушка с дедушкой, папа да мама,
чинопочитание проклятого тина, лачу не рушим, возносим до мамы, а вы нас ловить арканом картинок. Но мы не зовем обывателей гроба на пьяной кровавом фунше земли. Смотрите, сбухает утроба, рядами выходят юноши. Идите, под ноги топчите ими, мы бросим себя и свои творения. Мы смерть зовем, рождение во имя бега, прения, рения. Когда ж прорвемся сквозь заставы, и праздник будет за болью боя, мы все украшения расставить заставим. Любите любое! Табачный, дым табачный, воздух выел. Комната, глава в крученоковском аде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои иступленный гладил. Сегодня сидишь, вот сердце в железе, день еще. Выгонишь, может быть, из ругав. В мутный передний долго не влезет сломанная дрожья рука в рукав. Выбегу. Тело в улицу брошу я, дикий обезумлюсь отчаяниями сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая, дай простимся сейчас. Все равно, любовь моя, тяжкая гиря ведь, висит на тебе, куда ни бежала б. Дай в последнем крике выреветь горечь обиженных жалоб. Если быка трудом уморят, он уйдет, разляжется в холодных водах. Кроме любви твоей мне нету моря, а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых. Захочет покоя уставший слон, царственный ляжет в опожаренном песке. Кроме любви твоей мне нету солнца, а я и не знаю, где ты и с кем. Если б поэта так измучило, он любимую на деньги б и славу выменил. А мне ни один не радостен звон, кроме звон твоего любимого имени. И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжег. И суетных дней взметенных карнавал растреплет страницы моих книжек. Слов моих сухие листья ли заставят остановиться, жадно дыша. Дай хоть в последней нежности выстелить твой уходящий шаг. Стихи о революции, на кой они черт? Ведь смотрит какой-то из палец в позе, комхоз расчет. Мал почет, и бюджет наш тесен, да еще в промежелье, промежду нас. Нет ни одной хорошенькой поэтессы, чтоб привлекала начальственный глаз. Поэта теснят опереточные дивы, теснит киношный размалеванный лист. Мы, мол, массой, мы коллективом, а вы кто? Кустарь-индивидуалист. Город требует
зрелище мяса. Что вы там творите в муках рабов? Вы непонятны широким массам и их представителям из первых рядов. Люди заработали, дайте, чтоб потратили народ на нас. Бросьте ваши штучки, товарищи избиратели, каких-то новых грядущих искусств. Чигаляет Толстой, в истории ряжены, лезет, набирается своей императрицей. Кума вас! Вот я так тиражный, любое издание 1030, берите балерине, хлоп да хлоп, чуть ли не на психом ножки машет. Дескать, уберите ваше левое барахло, ваши разные левые марши. Большое да искусство во всей артиллерии лезет любые кассы покоря. Довольно в совмещанском портере лев не раскинет свои якоря. Время судья единственной зимни, и пусть сегодня подымает непризнающего. Я заявляю от имени твоего и моего. Я чту искусство, наполняющее кассы, но стих раскидывающий октябрь стегу, но стих, бьющий окружением класса, мы не продадим ни за какую деньгу. Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись любая бумажка. Но эту по длинному фронту купе и кают чиновник учтивый движется. Сюда паспорта. И я сдаю мою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношения плевые. С почтением берут, например, паспорта с двухспальным английским левым. Глазами доброго дядю выев, не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые, паспорт американца. На польский глядят, как в афишу казан. На польский выпяливают глаза в своей полицейской слоновости. Откуда, мол, и что это за географические новости? И не повернув головы качан, и чувств никаких не изведав, берут, не мигнув, паспорта датчан и разных прочих шведов. И вдруг, как будто ожогом рот скривило господина, этот господин чиновник берет мою краснокожую паспортину, берет как бомбу, берет как ежа, как бритву обоюдо острую, берет... Как берет, не, берет, как в 2000 жал змею двухметрово ростую. Мигнул многозначащий глаз носильщика. Хоть вещи за даром снесет вам. Жандарм вопросительно смотрит на сыщика, сыщик на жандарма. С каким удовольствием жандармской касты я был бы исхлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись любая бумажка. Но эту я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте. Завидуйте, я гражданин Советского Союза. Злобы аж ноги гнут, даже шея вспухает зобом, лезет в горло, в глаза и внутрь, оседая, влезает злоба. Весь в огне стою на реверсайде, сбоку фордами штурмует мрака форт, небоскребы локти скручивают сзади, впереди американский флот. Я смеюсь над их атакой тройною,
Ники Картера. Мою не доглядели визу, я полпред стиха, и я своей страною вашим штатишкам бросаю вызов. Если крока протухла плесенница, выбрось весь прогнивший кус. Сплюнул я, не прожив и месяца, вашу доблесть, закон и вкус. Посылаю к чертям свинячим все доллары всех держав. Мне бы кончить жизнь в штанах, в которых начал, ничего за век свой не стяжав. Нам смешны дозволенного зоны. Взвод мужей остолбеней цинизмом поражен. Мы целуем беззаконно над гудзоном ваших длинноногих жен. День наш шумен и вечер пышен. Шлите сыщиков щелки слушать. Пьем, плюя на ваш прогибейшн ежедневную белую лошадь. Вот и я стихом побрататься прикатил и вбиваю мысли, не боящиеся депортации. Не сослать их нельзя и не выселить. Мысль меняет слова, а слова дела. И глядишь с небоскребов города, в мостовые вбивают тела Вандерлипов, Рокфеллеров, Фордов. Но пока доллар всех поэм родовей, обирая, хапая, лапая, выступает порфирой, надев Бродвей, капитал его припохабия. Париж. Как сковородку желток заливал электрический ток. Хоть в гости, хоть на дом, женщины тучью. Время, что надо, распроституточье. Но с этих ли у тех французу распалиться? Прожили, мол, всех, кроме полиции. Парижанин глух, но все мюсьи подмигивают на углу бульвар де Капюсин. Себя стиля, идущим дорогою, на двух костылях стоит одноногая. Что было за будущность? Ну, были ноги. Была одной из будочниц железной дороги. Жила, жуя понемногу, в лохмотье кроясь, и вдруг, на счастье, поезд ей срезал ногу. Пролечена выплата, поправлена еле, работница выплюнута больницей в панели. Что толку в ногатых? Зеваешь, блуждая, пресыщенность богатых безножье возбуждает. Доказательство налицо, налицо факт. Дринцо с пыльцой, а девушка на расхват. Платье зеленое выпущено мехом. Девушка определенно пользуется успехом. Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру. Я пролетарий, объясняться лишнее. Живу, как мать произвела, родив. И вот мне квартиру дает жилищный мой рабочий кооператив. Во, ширина, высота, во! Проветрена, освещена и согрета. Все хорошо, но больше всего мне нравится это. Это белее лунного света, удобнее, чем земля обетованная. Это, да что там говорить об этом, это ванная. Вода в кране, холодная крайне, кран другой не тронешь рукой. Можешь холодный мыть хохол, горячий под пор. Придешь усталый, вешаться хочется, ни щи не радует, ни чая клокотанье, а чайкой поплещешься и мертво расхохочешься от этого плещущего щекотания. Словно пришел к социализму в гости, от удовольствия захватывает дых, брюки на крюк, блузу на гвоздик.
мыло в руку, и был ты их сядешь и моешься долго-долго. Словом, сидишь пока охота, просто в комнате лето и Волга, только что нет рыб и пароходов. И вот распаришься, разжаришься уж, тут вертай ручки. И каплет на тебя прохладный дождик душ из дырчатой железной тучки. Ну уж и ласковость в этом душе никакой не возьмет тебя упадок. Потреплет волосы, погладит ушки, течет по желобу промеж лопаток. Тело мокрое вытираешь полотенцем, как зверь лохматым. Чтоб суши пяткам пол стелится, извиняюсь за выражение, пробковым матом. Себя разглядевши в зеркало вправленное, в чистую рубаху влазь. Влажу и думаю, очень правильная это наша советская власть. Море уходит вспять. Море уходит спать. Как говорят инциденты с Перчем, любовная лодка разбилась об их. С тобой мы в расчете. И ни к чему теперь перечень взаимных болей, бед и обид. Тебе освистаны осмеянные батареями, тебе изъязвленные злословием штыков, восторженно возношу над руганью реемой оды торжественные о. О звериное, о детское, о копеечное, о великое, каким названием тебя еще звали, как обернешься еще двуликое, грозной постройкой, груды развалин, машинисту пылью угля овеянному, шахтеру пробивающему толще рук. Кадишь, кадишь благоговейно, славишь человечий труд. А завтра блаженно стропила соборовы тщетно возносят пощаду моля. Твоих шестидюймовых тупорылые боровы взрывают тысячелетия Кремля. Слава хрипит в предсмертном рейсе, визг сирен придушено тонок. Ты шлешь моряков на тонущий крейсер туда, где когда-то мяукал котенок, а после пьяной толпой орала. Уз залихватский и закручен в форсе, прикладами гонишь седых адмиралов вниз головой с моста в Гельсингфорсе. Вчерашние раны лижет и лижет, и снова вижу вскрытые вены я. Тебе, обывательская, обувь ты проклята трижды, и мое поэтово. О, четырежды славься, благословенно. Я сегодня дышу, как слон, походка моя легка. И ночь пронеслась, как чудесный сон, без единого кашля и плевка. Неизмеримо выросли удовольствие дозы, дни осени баней воняют. А мне цветут, извините, розы, и я их, представьте, обоняю. И мысли, и рифмы покрасивели особенные, аж выдрочил глаза редактор. Стал бы нос любый работоспособен, как лошадь или даже трактор.
бюджет и желудок абсолютно превосходен, укреплен и приведен в равновесие. 100% экономии в основном расходе и поздоровел, и прибавил весия. Как будто на язык за куском вкус, глоту воздушные торта. Такой определился феерический вкус в вулканных апартаментах рта. Голова снаружи всегда чиста, а теперь чиста изнутри. В день придумывает не меньше листа, хоть толстому ноздри утри. Женщины окружили платье из пестря, все спрашивают имя, отчество. А я стал определенно весельчак и остряк, ну просто душа общества. Я порозовел и пополнел в лице, забыл и гриппы, и кровать. Граждане, вас интересует рецепт, открыть или не открывать? Граждане, вы утомились от ждания, готовы корить и крыть. Не волнуйтесь, сообщаю, граждане, я сегодня бросил курить! Уважаемые товарищи-потомки, роясь в сегодняшнем окаменевшем говне наших дней, изучая потемки, вы, возможно, спросите и обо мне. И, возможно, скажет ваш ученый, кроя эрудицией вопросов рой, что жил где такой певец кипяченый и ярый враг воды сырой. Профессор, снимите очки, велосипед. Я сам расскажу о времени и о себе. Я ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный, ушел на фронт из барских садовоз поэзии бабы капризной. Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлатана, главаря, заглуша поэзии потоки, я шагну через лирические томики, как живой, живыми говоря. Мой стих трудом громаду лет прорвет, и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. Стихи стоят свинцово тяжело, готовые и к смерти, и к бессмертной славе. Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло, нацеленных, сияющих заглавий. Грива, пусть бесплодных шам пусть накала, я показал на блюде судья, остыя судья няна, на чешуе крестянной рыбы прошел я полный путь. А вы повсюду играете на грива, как лето подошедший труд. Thank you.